считаешь ли ты белорусов равнодушными? В какой-то степени да. Почему? Потому что на какие-то вещи белорусы реагируют, может быть, не так, как остальные нации. Считаешь ли равнодушным себя? Нет. Почему? Потому что я реагирую очень агрессивно на все. И позитивно, на все позитивное. Ну нет, я бы не сказала, что равнодушный народ. Все-таки, ну и толерантный, как вот многие говорят, я тоже не согласна с этим. Все очень индивидуально. Абсолютно равнодушный. Люди белорусы — это нация, которая до конца не сформировалась вот в эпоху, там, начнем с весны народов 1848 года, и там второй весны народов — это после Первой мировой войны. У нас до конца не дошло, и поэтому неравнодушным может быть только национально какой-то сформированный человек, потому что он четко представляет, где он, кто он и куда он идет, а белорусы не представляют, поэтому они думают скорее о личном, нежели об общественном. То есть, в любом случае человек будет думать о личном, но все равно существует момент сотрудничества. И вот этот момент сотрудничества у белорусов развит очень слабо. Ну, потому что они как-то очень пассивно реагируют на все события. А себя считаете ли вы пассивным человеком? Ну, себя по мере того, что сегодня, на сегодняшний день тоже могу сказать, что пассивный, потому что голос молчит. А себя считаешь равнодушным? Ну, в какой-то мере тоже, да. Не то чтобы равнодушными, скорее слишком толерантными, слишком. А себя считаешь равнодушным? Нет. Почему? Не знаю, я более темпераментна для нашей нации. Я считаю, что мы добрая нация, и все люди, не знаю, какие-то мирные, на мой взгляд. А себя считаешь равнодушным? Нет, я не считаю себя равнодушным, я слежу за событиями в своей стране и... Ну, не считаю, короче, я разрушил. Потому что я был много где, и в России, и в Украине. Видно по людям, что более раскрытый белорус. Считаешь ли ты белорусов равнодушным народом? Да, конечно. Почему? Ну, не знаю, белорусы вообще очень открытые такие люди. Нет, ни в коем случае. Почему? Ну, очень много примеров было в личной жизни, так что... На чужой город отвлекались, все, с пониманием относились. Ну, причем там люди разные профессии, неважно. Неважно, абсолютно не считаю равнодушными. Да не сказал бы, наоборот, душевный народ. Может, каким-то проблемам они равнодушные, но это, скажем, называется другим словом, толерантность, скорее всего. А себя считаете ли вы равнодушным? В какие-то моменты жизни, может быть, да, проявлял равнодушие. Ну, так стараюсь помогать людям. Ну, вполне равнодушный. Почему? Даже не знаю, как ответить. Ко всему одинаково относится. Наверное, как-то так. А считаешь ли ты себя равнодушным человеком? Ну, по большей части, наверное, да. Ко всему так, лояльно отношусь. А, я считаю ленивым и спокойным. Равнодушным нет, но все заканчивается, нам потому что боятся люди. Считаете ли вы белорусов равнодушным народом? Ну, не совсем. Так как люди, вот даже если в метро, замечают часто их поступки и действия, когда бабушки сидят, они никогда мимо не пройдут, не положив денег им. Так что вот. Да. Почему? Потому что я здесь всю жизнь прожил, не знаю. Я по всему миру ездил, мне есть чем сравнивать. Белорусы очень равнодушны.